Одна моя подруга очень хотела раскрепоститься в своем творчестве. Ей помогло рисование непристойностей. Если вы тоже хотите, но стесняетесь, робеете и боитесь осуждения, начните с малого. То есть буквально изобразите все непристойности на вашей работе такими крошечными, чтобы лишь самый пытливый и заинтересованный взгляд мог обнаружить их с помощью лупы. Немного компромисса между миром и собой, и готово!